Пистолет. Нужен пистолет. На, на. Скотина. Сволочь. Нет, 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 нет. Вот это вот нам вообще не хватало. Волки! Уйдите отсюда. Я готов стрелять. Где они? Он здесь. Где ты? Это волки. Тихо. На! Еще один. Тихо. Тихо. На! Все? Еще один. Где ты? Покажись. Получай! Куда же пропала Сэмми, а? Остальные разойдутся и поищут Сэмми. Я с ней. Нет, нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Да вы издеваетесь. Я один буду опять сидеть. А. Неплохо. Отдохнуть в лагере? Может, у нас... О, что это у нас валяется? Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала, что все это только легенда. Хотя моя бабушка рассказывала это, будто делилась воспоминаниями. Много тысяч лет назад островом Яматай правила императрица Пимика. Само солнце всходило лишь по приказу Пимика. И власть ее была велика. Она простиралась повсюду, куда только доходил солнечный свет. Но однажды Яматай вдруг исчез без следа. И со временем все на свете о нем забыли. Ух, сколько документов. Но мне это нравится. Хотя бы читать не надо. Так, куда еще этот придурок свалил? Факел? Давайте факел... Ладно, факел возьмем. Что у нас запчасти. Лагерь. У нас есть
какие-то очки. Не, ноль навыков. Так. Нужно одно очко. Ладно. Когда мы уходим отсюда? Мне пока вообще очень нравится. Стрелы... Что, пока не... брать нельзя? То есть... Хм. Давайте мы сюда пойдем. Мне более интереснее сюда. Черт! Мне это не нравится. Мне тоже. Какие большие ворота? Что у тебя происходит там? Почему так много стрел? Это мне не нравится. Нас что, готовят к чему-то плохому? А, ты еще! Вот! Волки! Готов! Ух! Могли бы предупредить о волках, доктор. Согласен. Так, там еще волк был. Давайте мы и этого тоже. Все чисто, блин. Да. Отлично, прям. Замечательно. Столько всего исследовать можно. Но. Подождите, нам куда? Нам не сюда, но. Но здесь. Столько вкусняшек. Что, я не могу просто. Что, сходим, Лара? Кому они поклоняются? В храм. Давайте сходим в храм. Чему терять время, а? Хочется все исследовать. Уитмен просто невозможный позер. До сих пор не могу поверить, устроить такую истерику во время рядовой съемки. Это же его работа, разве нет? Ведь в научной части экспедиции от него толку ноль. Когда мы найдем Яматай и начнем снимать, он придет в себя. Нет, это совершенно невыносимый тип. Но на камеру работать умеет. А я просто буду делать свое дело. Лара не подозревает, но я и ее снимаю. Она должна получить ту славу, которую заслуживает. А еще она чертовски хороша в кадре. Очень надеюсь, что Уитмен с ума сойдет от зависти. Но увидит он это не раньше, чем все остальные зрители Теллуридского кинофестиваля. В общем, мы идем по ее следам. Кстати. Храм. Так, а вот это вот, я думаю, не зря. А, это можно было просто... Блин. Ага, здесь у нас что-то есть. Посмотрим, что у нас там. То есть, запчасти только, да? А, туда наверх нельзя. Ладно, давайте мы уже... Рассвет, что ли? Давайте мы уже с вами идти. Подобрать. Пойдем. Нельзя. Идемте сюда. О, нам побольше сесть. Да вы издеваетесь! Сволочь! Где ты? Гады! Вот волки. Сволочи просто. Давайте возьмем стрелы. Волчок. Живи. Снова запчасти. Можно будет что-то сделать. Так. Очередные запчасти. А вот и этот храм, по всей видимости. Потрясающе. Два совершенно разных стиля. Угу. Что у нас здесь? Кирка не выдержит. Черт. Подожди, я хочу посмотреть...
Что возможно здесь есть? Я хочу исследовать. Ну, ничего. Нету почти. Давайте сюда. К нему. Это великолепно. Я видела такие. Да? Похоже, ритуальные. Эта женская фигура особенно интересна. Кажется, это сделали недавно. И, несомненно, островитяне. Судя по всему, они тоже потерпели крушение и выжили. Замечательно. Да, надеюсь, мы не станем убийцами, как они. Попробуй справиться с другим. Здесь нет рукоятки. Вместе. Черт. Нет, так не выйдет. Нужно найти что-то покрепче. Может, тут что-нибудь найдется. Невероятно. Посмотрим, что тут можно сделать. Найдите лагерь. Слушайте, что это я? Соберите запчасти, чтобы... Так, можно как-нибудь модифицировать. Так, запчасти. Так, 50. Давайте, крепление. Отлично. Модификация есть для кирки. У нас нету новых очков. Нету. Ноль. Давайте как раз и поднимем здесь. Оно выдержит. Давай. Есть. Что это у нас? То есть там запчасти какие-то были. Ладно. Погнали. Ну, Лара, попробуем. Давай. Давайте, доктор. Ты готова? Давай. Еще чуть-чуть. Та женская фигура на воротах. С учетом возраста символов, это может быть императрица Солнца. Пимика? Уж не Сэмили вещает вашими устами, доктор. Ну, Пимика обладала властью. По легенде, сверхъестественной властью над стихиями. Бывает, женщина обладает такой властью, что за это ее называют ведьмой. Ничем нельзя пренебрегать. Даже тем, что кажется иррациональным, нам предстоит узнать о нашем мире еще очень многое. Вы говорите, как мой отец. Из всего этого выйдет отличный сюжет, Лара. Если только мы сможем выжить. Невероятно. Это Пимико. Смотрите. Котел, свечи. Неужели ей до сих пор поклоняются? Этот остров когда-то был частью Яматая. Ты была права, Лара. Затерянная империя. Это как найти Атлантиду. Но это реальность, доктор Уитман. Перед нами не легенда. Перед нами золотая жила. Эй, идем. Там ваши раненые. Да, и, возможно, ими. Стоять! Им нельзя верить. У вас же оружие. Я не хочу неприятностей. Нет. Мы пойдем. Нет. Но я требую отвезти нас к вашему главному. Что вы делаете? Спокойно. Нет. Я разберусь. Нет. Нет. Не надо. Пусти. Не спорь. Не спорь с ними, Лара. Делай, что они говорят. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Кто вы такие? Что вам тихо! Нужно? Тихо! Лара! Хочу послухать, мочи их! Не трогайте их! Тихо! Не надо! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Не трогай их! Не смей! Лара, беги! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Почти! Не, чувак. Я так не думаю. Тебе жопа. Эй, приведите мне.
звука. Уже иду. Тихо. Укрытие. Чёрт, как я проберусь? Кто там? Это я. Дядя Ваня. Чёрт. И как же мне здесь выбраться отсюда? Чёрт возьми. Сволочи. Придётся почти всех перебить. Ладно, нам сейчас не надо. Ладно. Блин. Никак? Никак. Валим отсюда. Валим отсюда, Лара. Черт возьми. Валим сюда. Быстро, 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 тихо. Есть. Че, думаешь, спрячешься, кукла? Решила со мной поиграть. От меня не уйдешь. Эй, ты! Заходи давай! Лучше не зли меня. Не зли тебя? Да ты что? Получи! Сволочь! Ты тоже бойкая. Получил, гад! Пистолет! Нужен пистолет! На! На! Скотина! Сволочь! Нет, 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 нет! Не вздумай этого делать! Получи! Ну, сволочь. Доволен? Вот сволочь. Ну все, парни. Вам жопа. Старый пистолет. Так. Черт. Ну, парни. Вы зря сегодня на меня напали. Потихоньку. Надеюсь, у меня патронов хватит. Ага, патронов нет. Стрел нет. Круто. Ничего нет. Все пусто. Нам надо, даже без понятия, куда надо. Давайте пока наверх. Я хочу смотреться. О, свои! Или не свои? Да какого черта? Кто еще? Вот еще одна. Взять ее, вперед. Не, ну блин, ну надоели. Давай, выходи оттуда. Бежать некуда. Да, бежать вам некуда больше. Пушка. Черт! Управление, конечно. Бах! Бах! Подбираем. Отлично. Патроны, что ли? Перезарядка не нужна. Так, всех обыскали. Тогда вперед. Давай. Давай, Лара. Мы сможем. Стрелы с огнем. Все горит.
Давай, 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 черт возьми. Ну это не зря вообще. Вот ты мне ответишь за все. Бесшумно. Бесшумно убивает противников из лука. Бро? Ой! Упал. Так, у тебя что-то есть? Спасибо, запчасти хотя бы. Так какого? Не хочет брать. Хобля. Кто здесь у нас? Бумажник. Разрезанный телефон. Хрень, как всегда. Что, опять танки? Нет, какой-то научный корабль. Бро. Ему плохо стало. Вот это ты подлетел, парень. Все в порядке? Убить ее. Упал. Убил меня, да? Тоже мне киллер. У нас уже 172. Ты на связи? Да. Я вижу дым из развалин. Ты в порядке? Боже, Рот, это кошмар. Тут убивают. Кто? Кто? Люди. Не знаю зачем. Нескольких я сама убила. У меня не было выбора. Это всегда нелегко. Пугает, что как раз было легко. Предупреди остальных, Рот. Не думай сейчас об этом. Сделай все, чтобы добраться до меня, Лара. Хорошо. Так, здесь у нас запчасти по-любому. Так, куда же вы пойти? Поверх поинтереснее, конечно. Цифры. Тайник. Какие-то координаты? Координаты? Он хотел, чтобы их нашли? Хм. Странно, чтобы нашли. Так, а это лагерь. У нас тут очко новое, кстати, появилось. Ночной кошмар прекращается, когда просыпаешься. Но от этого острова нельзя избавиться, как от дурного сна. Это все реально. Я действительно нахожусь здесь и делаю все эти вещи. Нет, не думай об этом, Лара. Не сейчас. Это не поможет. Мне неизвестна судьба остального экипажа. Надеюсь, они в порядке. Надеюсь, они в порядке. Я не знаю, что здесь происходит, но сейчас важно только одно. Рот должен найти способ вернуть нас домой. Деньги Лара, 2 из 10. Один я пропустил, блин. Здесь что-то есть. Я должен посмотреть, что это. Отлично. 25 июля 82 года. Прошло уже несколько дней, как разбился самолет. Мы во второй раз попытались выбраться отсюда на лодке. И опять неудача. Почему-то я знал, что так и будет. Как и тогда, поначалу спокойное море внезапно заволновалось. Стоило нам выйти на открытую воду, сразу поднялся штормовой ветер, а с ним пришла чудовищная волна. Нашу спасательную шлюпку, как игрушечную, силой вышвырнуло на берег. У нас еще два трупа. И один тяжело раненый, ему уже не помочь. Остальные почти впали в отчаяние, и все ждут от меня какого-то решения. Да, у меня есть план, но их он не включает. Слабые и глупые, они здесь будут только обузой. Конечно же, я предложил им еще раз рискнуть и уйти отсюда на лодке. Но в этот раз точно без меня. Это самоубийство. Теперь мне это предельно ясно. Матиас. Дневники еще какие-то находим. Так. Погнали мы с вами. Здесь у нас ничего нет?
Да какого? Что это было? Привет! О, черт, меня заметили. Готов? Тихо. Сейчас у меня попляшете все. Нравится? Вроде бы все. Модифицируйте в лагере. О, новая модификация, отлично. Так, здесь у нас были вроде бы как... Ладно, еще подберу. Сейчас найду. Так, здесь у нас ничего нет. Вот здесь что-то есть. О! Так. Поберем. Здесь все полно. Так, все трубы подобрал. Здесь ничего не будет. Давайте, в общем, наверх подниматься. Так, а там у нас ничего. Наверх. Она где-то рядом. Ищите. Хватите или убить. Убейте. Здесь слишком много морозов. Надо поджечь факел. Нам нужен огонь. Где его, по-вашему, возьму? Черт, я не могу вернуться, что ли, назад? А я не могу вернуться назад. Круто. А что если... Вот чё я раньше не додумался-то? Еще один. Тихо. Запчасти. А этого что-то подобрал хотя бы? Так, по чуть-чуть пошли. Пока. Бро. Черт! Заметили! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Горит все! Черт! Все горит! Ты че, гад? Отлично! Вот и первая смерть. Глупая первая смерть. Боже мой! Вот это я тупанул. По полной программе. Вот это я тупанул просто. Первая смерть такая тупая. Тихо. Сейчас это у нас получит. Опля! Берем что-то. Тихо. Нет, не думаю. Тихо. Спалили. Сволочь! Воу! Вверх быстро.
Готов? Шевелимся, шевелимся. Шевелимся. Тратим. О, черт! Нет, ты сволочь. Не, ну сволочь. Готов? Ну упади уже ты. Капец, ближнего боя нет, что ли? Хопа! Тихо. Трос. Хоп. Так, ладно, пошли вперед. Поджечь. Надо было. Ты справишься, да. Я знаю, ты справишься. Оу. Вот черт. Вот это вот не надо. Блин. Еще лучше. Давай, Лара. Давай. Мы сможем. Еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Кто там стреляет? Там, и что, мы к ним сейчас пойдем, что ли? Походу. И нафига? Да чё мне так, дверь закрывать? Бери обойму. Сзади. Блин. Отходи, отходи. Нормально. А, у меня меньше ХП. У меня 96 вообще.